через полчаса. Новогоднее настроение присутствует, а ну? Так что Москва, с Новым годом! Догоняем! А мы скоро догоним. Всех обняли и приподняли. Красиво! Везде салюты! Красота! Let me fight back. No, 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 no
вот мы с вами встретились в 2020 году. Вот мой Ромарио. С Новым годом, друзья. С Новым годом. С новым счастьем. С новым счастьем. У нас все тот же стол. Тот же. Тот же стол. Что тоже день рождения у меня? Красота! Я тебя услышал одной. Все, у тебя хорошо, я понял. Давай, делай. Ну, бандейка у нас плотная, собралась здесь вообще. Но вопрос меня один беспокоит очень сильно. Милен. Бараньи колени как на вкус? Это свинина. А смотри, смотри, что у меня. Что это? Утонченный. Острый сыр с маслом. Острый сыр с маслом, я тебя услышал. Я аристократ. Кушай, бублик, родная, кушай, давай. Что, в Москве уже наступил Новый год, а у нас только через полчаса новогоднее настроение присутствует, а ну? Так что Москва, с Новым годом! Догоняем! А мы скоро догоним. Всех обняли и приподняли. Так, друзья, так как все деньги мы потратили на билеты сюда, вот наш праздничный стол. Друзья, с Новым годом, с новым счастьем, друзья. Смотрите только, пожалуйста, сильно, сильно на еду не налегайся, друг мой. Все, приятного нам аппетита. Вот такой вот видон у нас из окна. Грамотно, нет? Ну что, родная левешечка подъехала, гляньте. Вот она, частичка традиции Нового года. Ужас, ужас просто, сейчас как вкусно будет. Все, все вышли на улицу, ждем чуда. Осталось 10 минут. И все. 2020 год. Год металлической крысы. Все, ждем, друзья. Вот она жара, друзья. Но это еще не начало. Это так, разогревочка, скажу. Закуска перед основным блюдом. Так, детский секс, как говорится. Ничего, сейчас наступит. Шо сказка какая-то, я тебе клянусь. Посмотри, Уолл Дисней просто. Вот она. Глаза аж разбегаются, я тебе говорю. Просто везде бомбежка плотная. Так, а пока у нас тут салют к нам подъехал Фредди Меркьюри. Вау! В сопровождении салюта он здесь. Спасибо, Фредди, что живой. Друзья, вот такого вы точно не видели никогда. Салюты просто везде. Я никогда не видел такого имоверного. Представляете? Жесть, просто они везде. Вау! Друзья, всех поздравляем с новым 2020 годом! Пусть в вашей душе будет так же красочно, как у нас на улице в Праге! Вау! Просто весь город, весь!
Так, друзья, всех с праздником 1 января. И слава богу, мое лицо вроде бы не похоже на самосвал, но мой стол снова выглядит так, будто у меня день рождения. Маришоль? Ого, родной, спасибо. Где мой подарок? У меня же день рождения, ну? Скоро будет. Как кушать? It's for you. This is много горчица? Много горчица. Thank you. Happy New Year. Let's go. Let's go. Ну что, зайчик, понеслась. Скоро Новый год. В Москве уже он настал, а у нас он через 54 минуты. Все, с днем. Мариночка и Ромочка. Вот поздравьте наших уже с Новым годом, русских. Кто это? Фредди Меркьюри. Фредди! Спасибо, Фредди. Просто дичь! Просто дичь, бро! Это про меня? Да! Да я такой, да! Как ты так намусорил, Ром? Я тебя отпустил на 5 минут погулять! Что ты натворил? Пойдем. С Прагой! Вот он, Сайгон сумасшедший! Ребят, это просто нечто, потому что на улице сейчас 1 января... А столько людей! Людей просто нереально! И вся эта красота Чехии, все эти скульптуры. Ух, сейчас вам все покажем. Да. И вот это сейчас где-то вот 2 часа дня, и мы идем... Да, на Карлов мост. И вот сколько людей, сколько туристов. Все отвечают, и просто нечто творится. Блин, Чехия, это, конечно, прям сказочка какая-то. Вот такие вот бездомные тут. Довольно ухоженные. Ну, собачки такие. Живы-здоровы. А вот здесь, друзья, возле этого монумента загадывают желание. Правой рукой труд одну картинку, вторую картинку. И загадывают желание.
Не народу здесь желающих загадать желание. Очень и очень много. Скоро будет и мое желание. Красота, друзья, просто красота. Вот наша Прага. Совершенно случайно переметнулись. Встретились в ресторане случайно, Прага маленькая. Да, там идут мальчики, да и мальчики. Мальчики. Вот, я вижу мальчиков. Вот, идут. Оп. О, да, салют в Праге! Да, я успела, но чувак мне все испортил. Что-то что круто, знаешь? Красота! Как красиво! Мы гуляем, но тут, короче, пускают салюты, которые летят в людей, это очень опасно. О, как страшно! Вау! Вау, за всех сторон! Марина! Итак, мы пришли в Fashion Club, ресторан. Будем отмечать и встречать тут Новый год. Тут вот терраса, где мы будем смотреть на салюты со всего города. Красота! Осталось 5 минут до Нового года. Мы на улице совсем голые. Пледов не хватило. Красота. Смотрите, какие милые. Поэтому на каждой площади, на каждой ярмарке. Милашки. Так, смотрю, такая Эстонская Республика. Опачки, Эстония, привет. Смотри, какая там мини-король нарисован. Да. И два ребенка. Знаменитые младенцы Давида Черного.
Они безликие, бесполые, просто со штрих-кодом. Что, пойдемте?